10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Те, кто оберегает наш покой и ведет борьбу с преступностью, сегодня чествовали во Дворце культуры «Арктика». Там состоялся праздничный концерт с участием приглашенных руководителей и представителей органов власти Ненецкого округа, местного самоуправления, сотрудников правоохранительных органов и ветеранов. Начальник окружной полиции Олег Яковлев поздравил сотрудников управления и ветеранов с профессиональным праздником, поблагодарил личный состав за добросовестное исполнение служебных обязанностей и вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты, благодарственные письма, медали и нагрудные знаки. Сегодня, 10 ноября, отмечает столетие советская милиция. Это наша история, мы об этом помним. Хочется сегодня поблагодарить членов семей сотрудников органов внутренних дел. Они сегодня переносят все тяготы лишения службы совместно со своими мужьями, женами. Всем огромное-огромное спасибо. С поздравительным словом к представителям одной из самых важных и ответственных профессий обратился глава региона Александр Цибульский. Спасибо вам за нелегкий, но такой нужный труд. Уверен, что каждый из вас каждый день осознает возложенную на него ответственность, ведь от результатов вашей работы и зависит мирная жизнь и спокойствие граждан, их уверенность в завтрашнем дне, стабильность и социально-экономическое развитие всего нашего округа. Желаю вам крепкого здоровья, профессионального долголетия, успеха служения Отечеству, счастья и благополучия вашим семьям. Днем и ночью без выходных и праздников сотрудники правоохранительных органов находятся на боевом посту. От эффективности их работы зависит безопасность жителей округа. Этот день поистине является народным и олицетворяет собой все самое лучшее, что связано с безопасностью нашей страны, общества, человека и гражданина. Отдельные слова благодарности разрешите выразить нашим ветеранам, нашим сотрудникам, которые сейчас проходят службу в горячих точках нашей страны. И тем сотрудникам, которые сейчас находятся на боевом посту. Разрешите пожелать вам, чтобы в самых глухих дебрях нашей тяжелой, но такой важной службы всегда оставалось место любви и радости. С праздником! В рамках официального мероприятия для сотрудников окружной полиции состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры «Арктика». Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».